Телеканал КРТ представляє. 130-135 кілограмів. Посмотрите на цю дюймовочку. Так это она сейчас весит, она сейчас уйдет из этого всего и вернется в свои 82-83, когда она в платье. Все говорят, кто она самая сильная? Да, они говорят, да не может быть. Она же еще просто на курсе, она сейчас вот полностью. Посмотрите. Вот это Корнелиус, Бритни Корнелиус, да. Это шведка, да. Они все. Видно, что наши девушки самые красивые. Да, ну так я говорю, так потому посмотрите, да. Вот это полицейская из Техаса, она второе место заняла. Да. Это Андреа Томпсон, она из Великобритании. У нее тоже вес 125-128 килограмм. Ну, и у Оли 92. Я как раз хотел вот программу развернуть в том плане, что, чтобы как-то стимулировать чиновников, чтобы помогали. А то, вот, да, ну, честно, хочется как-то вот больше, знаете, с обратной реакцией. Один простой момент. Они воровать не должны, вот и все. Вот это вот, вот как-то их вот это научить. Хочется задать вопрос, ну зачем вам 100 машин, зачем вам 100 домов? Да. Ну зачем, куда, ну все? Никто понять не может. А? Вот даже я. Ну я этого тоже не понимаю, ну честное слово. Я иногда, мы вот приходим, говорим, дайте 100 долларов напрямую ей на карточку, чтобы ей было на нормальную еду. Они говорят, ну мы не можем, это же не наш профиль. Я говорю, да нет вопросов. И ты смотришь, там у человека часы там за 50 тысяч долларов. Но зато, когда наши выиграют, вот молодцы. Вот объективно, я говорю честно, ну вот, поражаешься этой человеческой жадностью. Ну почему Криштиану Роналду взял сегодня и сказал, все, все ко мне в отеле, да, я вот всех беру. И ты смотришь на этих людей. Кстати, люди бедные гораздо больше помогают, чем вот эти наши богачи. Ну уникально. Люди просто разные. Если вот брать тех людей, они, вы знаете, капиталисты до мозга костей. Вот прибыль, все, все мне, все мое, вот эксплуатация. Вот они от этого кайф получают. Они другие, немножко больные. Ну, это, я так понимаю, что болезнь, вот такая, знаете, постоянная жажда денег и вот такая врожденная скупость, скорее всего. Поэтому вот мы получаем такую деградацию у нас в стране. Я надеюсь, что эти черти вымрут, как мамонты. 100%, очень бы хотелось бы, да. Потому что они тормозят это все. Вот просто вот это тормозят, и все. Много людей талантливых, много людей толковых. Очень много. Я сколько встречала детей, девочка притренировалась у меня буквально там тая. Совсем чуть-чуть. Я научила всему, чему я умела сама. И она говорит, Оль, потом, когда просто абонемент ей купили в другой фитнес-центр родителей, она говорит, Оль, такой тренировки, таких, говорит, как ты переживала, как ты волновалась, когда ты вкладывала душу, говорит, я, говорит, не ощущала. Но потом, когда я потренировалась у другого тренера, это было, говорит, ну, говорит, он давал 10% того, что давала ты. Я говорю, потому что я относилась, я хотела с душой, с любовью. Какая разница, кто сколько платит денег? Вы для меня все одинаковые. Вот у нас, Дима, вот простой пример. Тренеров мало, нормально. У нас есть девочка в команде, Марина Юрьева. Вот она с нами ездила в Америку. Ей 39 лет, она адвокат, прокурор, она помощник Солодухи в Верховной Раде. Она чемпионка по карате, по традиционному, призерша чемпионатов Европы. Она успевает выступать с нами по бодибилдингу в классе мастер бикини и велнес. И она уже воспитала в прошлом году двух чемпионок мира. Самая маленькая чемпионка мира по карате – это ее воспитанница. Это наши девочки. Она еще и выглядит. Да, так она еще и выглядит классно. И все, да. И вот таких у нас полно.